Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. А тем временем, пока сборочка пятого сезона с модом Пиксельмон создается, вы можете посмотреть видео с очередной небольшой построечкой. Ребята, всем спасибо за то, что набралось даже больше, чем 750 лайков на том видео. Я не думал, что вообще так быстро наберется, потому что я предполагал, что это займет около 2-3 дней, что я буду время создать сборочку и немного передохнуть, но нет, там за ночь и за утро набралось уже больше, чем 750 лайков. Поэтому, ребята, извиняюсь, что я не успел, но сейчас я пытаюсь создать сборочку. И в скором времени начнется, можно сказать, пятый сезон, да. А тем временем, пока сборочка создается, вы можете посмотреть, расслабиться и посмотреть еще одно очередное видео с построечкой. Этот дом я построил очень давно, около 3 или 4 месяцев. Но я почему-то не сделал видео с тем, как он получился. То ли я забыл, то ли у меня, не знаю, настроения не было опять поднимать вот ту рубрику с постройками. Но вот, ребята, такой у нас сейчас покажу домик, какой получился. На заднем фоне вы, ребята, можете видеть другие там постройки, какие я уже раньше строил и делал видео. Но это, ребята, еще один домик. Плюс к тому, если вам нравятся построечки, то вы можете ставить лайки и писать свои комментарии, что вы хотите больше видеть построек. Я не только буду строить какие-то дома или еще что-то, и потом записывать видео и показывать вам, какой дом получился, но я также смогу записывать сам процесс постройки этого дома, то есть подробное рассмотрение постройки всего дома, то есть вы тоже себе сможете построить точно такой же дом по инструкции, как я буду строить. Но для этого, ребята, ставьте лайки и комментируйте, и пишите свое желание, хотите ли вы видеть постройки домов или нет. Но, ребята, еще раз повторюсь, видео это вышло только для того, чтобы скоротать время до того, как выйдет новый сезон с модом Пиксельмон. Ну что, ребята, давайте приступим. Вот такой у нас домик и получился. Вот, дом в стиле модерн, я его нигде не копировал, я, если честно, вообще нигде его не видел, чтобы у кого-то он был. Я просто нашел фотографию, и я просто по фотографии какого-то дома с реальной жизни построил вот этот дом. Конечно, он не получился прям точь-в-точь, как на фотографии, потому что это, в принципе, нереально. Что-то где-то нужно добавить, что-то где-то укоротить, что-то поменять, чтобы получился полностью нормальный дом. Поэтому, ребята, давайте приступим к его рассмотрению. Вот такой у нас тут дворик, то есть тут у нас тут травичка. Можно посмотреть, что тут и как. Окна, тут у нас вход в дом, тоже окна, цветочки, листва. Можно посмотреть, и тут у нас главный вход. Вот. Ребята, я не стал очень усовершенствовать какой-то внутренний дизайн дома, потому что я строю дом только снаружи, чтобы он получился красивым. Что, где строить дома, это зависит от человека, и это как он захочет это все сделать. То есть, где он захочет сделать себе кухню, где ванную, где спальню и все такое, это зависит от человека. Но я построил так, как это мне хотелось. Давайте приступим, ребята. Тут у нас сразу же на входе налево, тут, я не знаю, не ванная, а просто бассейнчик такой внутри дома, сауна, джакузи, что-то такое. Тут покупался с друзьями, вышел, поиграл в бильярд. Я не знаю, ребята, какой это бильярд получился, но вот такой. То есть построить дом, не построить бильярд в Майнкрафте не так уж и просто. Но, может, кто-то его знает идеально строить, но я лучше не придумал. Тут через окно на природу посмотреть и все такое. Тут бар у нас, холодильник, умывальник, сюда присесть, попить, вот кружечки. Потом, тут у нас задний двор, на задний двор я не буду пока что выходить, так как нужно все рассмотреть в доме, то есть внутри дома, а на задний двор я потом выйду. Тут у нас книжечку, почитать, коверчик. Сейчас, если сюда налево пойти, тут у нас ванная, тут у нас туалет, Вендермир, да, сел, покакал там, упала в другой мир на голову дракона и все такое. Тут у нас умывальник, ванная такая получилась. Вышел отсюда, сейчас. Тут у нас кухня, все, что нужно, печки, холодильник, тумбочки. Можно еще сюда было стол поставить, как кушать, в принципе, на кухне, но все же, кто захочет, тот поставит, но я не поставил, потому что не захотел. Тут, ребят, такого особенного ничего нету. Если сюда выйти, то это тот же задний вход, например.
Если вот тут у нас передний вход, да, то можно вот так по улице вот сюда обойти и сюда зайти в задний, в этот, через задний вход в дом. Тут у нас еще одна дверь есть, тут ничего такого, тут у нас гараж пустой, я не знаю почему пустой, то ли я забыл, то ли я не захотел, но все же это гараж, тут тупо вещи складывать, что кому не нужно, запихнул, да и все, да, в гараже. Так, ну все, тут мы посмотрели, сейчас подъем на второй этаж. На второй этаж можно зайти прямо сюда или можно зайти через кухню, вот, давайте зайдем, тут вот такой подъемчик небольшой, то есть очень маленький, но зато удобный, прикольный, много места он не занимает. Можно вот так зайти, да и все. Тут картина. Сюда мы пока что не будем идти. Давайте пойдем сюда. Тут посидеть с друзьями, поговорить, что-то покушать, например, с того же низа принести сюда. Еду посидеть, покушать, все такое. Потом выйти сюда на балкончик, покурить, поговорить. Тут у нас травичка есть. Я не знаю, как это называется, вот эта травичка, но... Ну, короче, вот, посмотреть, что тут и как, да, какая трава растет. Тут на другие дома посмотреть и все такое. Потом тут у нас ковер, камин, труба вот уходит на самый верх туда. И тут, опять же, вот такая небольшая джакузи посидеть. Вроде тут нет, вот еще тут. Тут у нас, ну, тут у нас тоже, можно сказать, покушать, поговорить и все такое. Тут с нижнего этажа можно сюда тоже еду притаскать. Ужинать и все такое. Вот тут. Тут еще можно было цветок или что еще поставить, но в принципе я не стал. Ладно. Сейчас, ребята, тут у нас спальня вот такая получилась. Спальня, в принципе, вот тут у нас стекла. И вот такой у нас вход прикольный. Заходим, тут сразу же ковер вокруг кровати. Тут у нас полочки с цветами, сундук, музыкальный блок, листва, книжки почитать. Можно также через окно посмотреть куда-то вот что-то микак. И также в этой спальне есть выход на балкон. Вот, например, летом цветочки, вышел, лег, позагорал. Вот тут у нас три лежака на балконе. Балкон тоже такой классный получился. Тоже можно так посидеть, посмотреть, что там да и как. Ладно, давайте назад, ребят. Сейчас пойдем на нижний этаж. Точнее, не на нижний этаж, а на задний двор. Что у нас там? Ничего особенного там нету, обычный задний двор, так же, как и передний. Ну вот, например, отсюда мы выходим, да, тут можно прогуляться, тут у нас травичка, деревья такое классное получилось. Тут у нас можно тоже внутрь посмотреть, тут тоже трава, соседний домик. И, в принципе, больше ничего тут такого нет. Тут, как видите, такие красивые, небольшие, как это можно сказать... Небольшие участки с посаженной травой, вот такие специально выделены полублоками. И тут у нас вход в гараж, вот можно открыть, закрыть и все такое. Ну, это я образно, в принципе. И все, ребята, вот такой у нас домик получился. Ничего особенного нету, но, как по мне, он получился более таким красивым. То есть, как-никак я его долго строил и... Хоть он не прям симметричен, в том смысле, потому что дом в стиле модерн такими должен быть. Но вот он такой, ребята, получился. Ставьте лайки за то, что я построил такой дом, над которым я парился там около 2 дней. Ставьте лайки за то, что сборочка 5-го сезона с модом Pixelmon уже выходит, и вы можете уже ее ожидать. И тем временем можете посмотреть это видео и оценить этот дом. Также можете ставить лайки и комментировать, чтобы видеть больше построек, и чтобы видеть не только уже построенные дома, а... Также, чтобы я строил их на запись. Сборочка, точнее никакая нафиг сборочка, а карта с этими постройками. Тут уже много построек собралось, как я уже строил, но потом можно еще что-то будет. Будет чуть-чуть позже, если вы, конечно, захотите. Ну, давайте, ребят, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.